Нефтекамск продолжает оказывать поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО. 13 ноября в зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный груз весом в 3 тонны. Стоит отметить, что при каждой отправке учитывается то, что необходимо нашим бойцам именно сейчас. На этот раз горожане отправляли личные посылки, теплые вещи, а также печи-буржуйки, утеплители, укрывной материал, инструменты. Сейчас сбор посылок продолжается. Гуманитарная помощь для бойцов принимается от всех желающих. Посылки приносят не только близкие военнослужащих, но также предприниматели города, работники организаций и предприятий, неравнодушные граждане. В первую очередь принимают средства первой необходимости. То, что понадобится бойцам с наступлением холодов. Даже самая небольшая помощь – это огромный вклад в общее дело. Сбор продлится до 10 декабря. Посылки принимаются в центре СВО на Ленина, 7, и в ОПК «Октава» в будни с 9 утра до 18:00. Обед с 13 до 14 часов. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, Никита Веприков. Информационная программа «Ежедневник».